Мы находимся на выставке Household Experts, говорим с нашими экспертами. Здесь есть деловая программа, в рамках которых выступают спикеры, делятся своим опытом. Георгий, расскажите, про что вы рассказывали, чем вы пытались заинтересовать аудиторию, вообще как аудитория реагировала на тот контент и те компетенции, которые вы им передавали? Я рассказывал про стандарты продаж, про то, как сделать так, чтобы они соблюдались. Во-первых, чтобы они были вообще выполнимыми, во-вторых, чтобы их было интересно и результативно соблюдать. Говорил о дисциплине, о том, что нужно делать руководителю для того, чтобы добиться выполнения того, что он хочет. А в целом, даже разработали два стандарта для представителей из Новосибирска, для Дмитрия. Он остался доволен, уверен, что это смогут перенять и другие ритейлеры в нашей стране. Мы у всех спикеров спрашиваем, как реагирует аудитория, что болит аудитория, какие вопросы после выступления она задает. То есть можете какой-то тренд или обобщить, про что спрашивают, что ее беспокоит? Аудиторию беспокоят достаточно простые вещи, как увеличить выручку и что сделать для того, чтобы эта выручка увеличилась и была стабильно высокой. Очевидно, что для этого нужно прилагать усилия, повышать стандарты работы в рознице, ну и, соответственно, следить за тем, чтобы дисциплина соблюдения этих стандартов была выше. В общем-то, это то, о чем я сегодня говорил как раз во время своего выступления. Вот такие компетенции передаются здесь на Household Expo в рамках деловой программы. Не переключайтесь, скоро включение с новыми спикерами и экспертами.